всех приветствую. Я бы хотел, чтобы вы все прониклись и поняли, насколько тяжело и сложно сейчас нашим бойцам, раненым, которые находятся в исключительно ужаснейших условиях, условиях полной антисанитарии. У бойцов нет антисептиков, у бойцов нет бинтов, нет даже зеленки с йодом. Уже просто все на остатках, там дезинфицируют спиртом, у раны у ребят гниют. Это все максимально просто печально. Нужна действительно квалифицированная медицинская помощь людей. Нужно вывести в медучреждение, клиники. Я надеюсь, что мировое сообщество наконец-то встрепенется и заберет наших 300-х героев, наших раненых бойцов, которые заслуживают на то, чтобы им оказали все-таки достойную медицинскую помощь. Все, забирай РПГ. Все, выдвигаемся. И ты растаешь, стоишь, умираешь, и твои правды так не знаешь. Боишься и знамя текаешь, сила слышит, надо сознание. Спрятаны слова, ребят, это мгновенно. Спрятаны слова.